Индийское каноэ. Понял. Так, я просто тыкнул пальцем, которое вот это самое дорогое, за 1.5 энсалада. Вот Леша говорит, в Москве такой рубль стоит. Да, Леша? Рубль? Я думаю, да. А здесь это обошлось 1.5 кука, 120 рублей. А ты заказал, не помнишь, какое название, Шамиль? Это реал. Нормально мороженое, круто. Кубинское мороженое. С краев лодки слизывать. Короче, сначала заказываешь здесь, а потом выбираешь вкусы там, вот, вкусовые добавки. Угу. И ценник, это форма. Ценник это около 100 рублей. Да. Да, плюс-минус там около сотки, короче, ценник за мороженое. Типа нашего Baskin Robbins. И вот это мороженое реально вкусное. А вот это вот. Спроси ее, что это за вкус? Оранжевое. Это просто какое-то классное. Да мы просто попросим повторить и все. Короче, едим, да, это манго. Едим мороженое в кубе. Это манго. Вот, манго. Вот это вкуснятина за 1.5, да, за 1.5 кука. Мне нравится манго. Называется энсалада. Дороже нету, это самое дорогое. 5 шариков. Это обед все. Присел, наел. Кубинское мороженое. Вообще тема, да? Нам бы такое же пирожное внизу. Вот, пирожное. Оно там было? Или его принесли? Было. Блин, это, мне кажется, алкоголь. Ну вот это вот алкоголем что-то, да, есть чуть-чуть. Нет, она сказала всего лишь одно с другим. Это вот это вот. Это может его и добавили сюда. Нет, только одно с алкоголем. Вот это мне понравилось. Вот это. Да я все подряд не наливаю. Мне все подряд это нравится. Как отдают этим шоколадом. Свежесть. Вон течет, горит. Свежесть. Тут вы помогаете, я не успеваю. Манго. Манго классный. По-моему, это манго. А мне вот это, конечно, может быть, она еще и тором, но вот это без вкуса. От такого я не опьянею. Реально рубль, да? В центре Москвы такое. Ну, Баткине это не меньше рубля будет. Так что на Кубе, ребята, мороженое в 10 раз дешевле. Приезжайте. Натуральнее. Да, и вкусное, да? Реально вкусное. Реально вкусное мороженое. Оно вкуснее даже, чем там. И есть заменители не чувствуются. На улице градусов. Так, наверное, оно быстро тает, потому что, натуральное. Не напичканное. Ну, еще плюс сегодня, не забываем, 35 градусов, жара стоит страшная. Мы все мокрые, просто мокрые. Какая твоя вода, какая моя? Тут всяких вкусняшек, тут вон это. Вот это вот пирожный Дульсис. Смотрите цены. Это кофе. Это мороженое. Да, круто. Крутяк, да, для этого. Для Санта-Марта. У тебя скоро вытечет. Ничего, пей. Не вытечет. Ну все, всем пока, а то мы не успеваем, короче, снимать и есть. Нам вчера понравилось мороженое здесь, мы решили повторить. Принесу. Хорошо, с утреца 9 утра, воскресенье. По пути на рынок фруктовый. Волос зашли. Номер 10, волос номер 16. Бола это шарик. Я понял, да. Короче, вот ценник. Закажем что-нибудь. Gracias. No, no. Muchas gracias, señora. Что-то они перепутали. Да ничего, все нормально. Отдыхаем. Вот я вчера похожую тему заказывал. Только я вчера заказал... Обожрешь, да? Я вчера заказал, короче, за 1.5 энсалада. 5, а тут тебе 6 принесли. Энсалада. А сегодня я заказал копа аскорис. Вот это вот. Я выбираю самые дорогие, чтобы не ошибиться.
Ладно, начинаем получать удовольствие.